ОУ. Маркировка обозначает, что он огнетушитель углекислотный. Дальше идет его масса 3 килограмма. И классы пожаров, о которых я вам рассказывал в здании, какие можно тушить. В данном случае это Б, С и Е. Это горючие жидкости, горючие газы и электроустановки. Огнетушители бывают разные – воздушного и пенного тушения, углекислотные и порошковые. Мало иметь их под рукой, жизненно важно – уметь пользоваться. Для сотрудников парков Одинцовского округа, представителей аварийно-спасательного формирования, Центра гражданской защиты муниципалитета и отдела надзорной деятельности провели показательные занятия. Вытаскиваем чеку, берем раструб в левую руку, направляем на очаг возгорания и нажимаем рычаг срабатывания. В случае обнаружения возгорания первым делом нужно вызвать пожарных. Это правило на зубок должны знать не только сотрудники парков. А вот пока профессиональная помощь в пути, можно брать в руки огнетушитель. Огнетушитель лучше один раз подержать в руках, чем 100 раз услышать. Да? Приобретаются какие-то навыки у людей. Они уже этого не забудут и в случае пожара не растеряются, смогут его правильно использовать. Пожарные спасатели констатируют, возгораний в Одинцовском округе стало больше. Есть погибшие в огне. Только соблюдение правил пожарной безопасности может изменить ситуацию. Спасатели аварийно-спасательного формирования Центра гражданской защиты Одинцовского городского округа настоятельно рекомендуют вам иметь и дома, и в личном автомобиле, и на работе первичные средства пожаротушения, чтобы обезопасить ваше жилище, ваш транспорт. Регулярно их проверять и перезаправлять. Не забывать об этом. Это очень важный момент. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».